наконец-то юбилейный такой, цифра такая красивая. 25 лет, это первый настоящий юбилей. Мне сегодня выпала приятная миссия зачитать приветствие президента нашей страны. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с открытием 25-го международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера». За четверть века своей истории этот замечательный творческий форум, выполняющий важную миссию в сохранении пропаганды высокой музыкальной культуры на белорусской земле, обрел международное признание и авторитет. Ежегодно он собирает на Брещине созвездие ярких, талантливых исполнителей из разных стран, представляя возможность тысячам слушателей насладиться виртуозным мастерством прославленных артистов и открыть для себя новые звездные имена. Уверен, что нынешний юбилейный фестиваль подарит своим поклонникам незабываемый праздник классической музыки, послужит умножению духовных богатств нашей страны и дальнейшему укреплению дружбы между народами. Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, вдохновения, творческих успехов, исполнения всех желаний, счастья и благополучия. Александр Лукашенко. Всем по всем мире известно, что Брест – это город-крепость, покрывший себя немеркнущей воинской славой. Но Брест – это еще и форпост восточнославянской культуры, перекресток культур. И это географическое положение приводило сюда многих знаменитых деятелей культуры из самых разных стран мира. Во всем городе, а может и во всей республике, более счастливого и более волнующегося человека, чем Лилия Григорьевна Батырева, которая благодаря дружескому отношению к ней Рихтера стала и основателем, и бессменным художественным руководителем этого фестиваля. Она, несомненно, заслужила наши аплодисменты.